Прости, но мне нужно будет задать тебе вопрос, как ты себя чувствуешь, что произошло, и когда ты боль почувствовал? Да, я почувствовал на 2-1, там он пошел с подачи к сетке, и я не знаю, было ли на приеме или на укороченном, но когда я бежал за укороченным, скажем так, я не смог разогнаться, то есть у меня ногу, когда ты дергаешь мышцу, это непонятно, ее как бы зажимает, и ты не знаешь, ты дернул ее или это спазм, то есть что в принципе может быть от холода случиться. И пока не сделать тесты, это неизвестно ничего. Я попробовал. Потом мне как бы уже мозг не позволял делать движение, то есть нога как отказывалась работать нормально. Mm-hmm. И поэтому после сета я решил, ну, если я хочу продолжить, надо сейчас спринт просто сделать к сетке, посмотреть, больно или нет. И мне было больно, когда как только я разогнался, и тогда я решил, что ну, какой смысл так продолжать. А пока неизвестно, что это, поэтому посмотрим, надеюсь, на лучшее. А последний вопрос, мы тебя больше не будем мучить. Ты физио сказал, что тебе страшно. Что это за чувство? Ну, это вот как раз-таки я говорю про то, что это нормально. То есть, когда что-то случается с телом, это как реакция физиологическая, наверное. То есть, мозг, он сразу блокирует эту мышцу и не дает тебе ей пользоваться в каком-то mm-hmm. смысле. А это мышца, которую ты, я не знаю, ходишь, бегаешь, то есть, все делаешь. И поэтому, когда я говорил ему страшно, это не мне было страшно, а я ему говорил то, что, ну, я хочу побежать, а у меня mm-hmm. не получается. То есть, ну, немного странное чувство, потому что мяч близко, ты пытаешься к нему побежать, а у тебя не получается. И я говорю, то есть тут пока совершенно неизвестно, насколько это серьезно. Может быть, вообще не серьезно, может быть, чуть серьезно. Поэтому надеюсь, что не серьезно, и посмотрим. Мы тоже очень надеемся, да, не тебя отпускаем. Восстанавливайся, пожалуйста, не болей, Даниил Медведев. Спасибо.